На портале Госуслуг запущен новый сервис по оформлению выплат людям, принявшим под временную опеку инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила Минкомсвязь. Постановление о правилах финансовой поддержки таких волонтеров ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Отдельно скажу о поддержке тех людей, которые сейчас в непростое время думают не только о себе, а стараются помочь незнакомым людям, которые в силу разных причин в условиях распространения инфекции оказались без поддержки. Я говорю о волонтерах, сотрудниках социально ориентированных НКО, социальных работниках, да и обычных неравнодушных к чужим проблемам людях. Именно они сейчас, в период действия строгих правил изоляции, берут под свою опеку инвалидов, пожилых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивая им необходимый уход на дому, а не в социальных учреждениях. Выплаты составят 12 130 рублей за каждого человека, которому оказана помощь. Период опеки при этом должен составлять не менее 7 дней в течение месяца. Каждый субъект формирует реестры граждан, имеющих право на выплату. Реестры формируются отдельно за каждый период – апрель, май и июнь. Сроки подачи заявлений – до 1 октября 2020 года. После рассмотрения заявления Пенсионным фондом России уведомление о решении поступит непосредственно в личный кабинет на портале Госуслуг. Перевод денежных средств осуществляется в течение 3 рабочих дней после принятия положительного решения.